Наскільки небезпечна ситуація на кордонах України, якнайшвидше зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі, ми запитали у лідера опозиції Юрія Бойка. Однозначно треба переходити прямим переговорам з руководством Російської Федерації для того, щоб відновити перемир'я, яке було в минулому році. Це перший етап, тому що коли стріляють, краще договорюватися, чем стрелять. А сегодняшняя ситуация, она очень опасна, ее надо немедленно прекращать, поскольку надо переходить к переговорам и договариваться. За прошлый год наши зарубежане, наши люди из-за границы переслали 12 миллиардов долларов, а МВФ дал в районе 3. То есть наши люди больше дали в экономику, и надо прекратить заниматься займами, а заниматься реальным сектором, своей экономикой, своими предприятиями. И вот туда делать упор, а не на поиск очередного кредита, что, собственно, и так у нас уже превысил государственный долг все мыслимые размеры. Не было никакой реформы, было завуалировано стремление увеличить пенсионный возраст, потому что был дефицит пенсионного фонда. Заниматься как раз надо открытием рабочих мест и повышением зарплаты, а не издевательством над людьми с тем, чтобы придумать какой-то страховой стаж, какие-то там еще бюрократические зацепки для того, чтобы просто не платить им пенсию. Мы считаем, что пенсионная реформа в том виде, в котором она была придумана, с этими страховыми стажами всеми, она должна быть отменена.